Челябинская область, город Озерск. Здесь находится первенец атомной промышленности, производственное объединение «Маяк». В последние годы одно из самых престижных и привлекательных мест, куда стремятся попасть тысячи бойцов студенческих строительных отрядов от Калининграда до Камчатки. «Маяк» в стройотрядовском движении прописан особой строкой. Уже четвертое лето подряд сюда приезжают сотни бойцов студенческих строительных отрядов. За один летний семестр предприятие готово принять более 700 атомных стройотрядовцев, которые помогают первенцу промышленности в благоустройстве и многочисленных стройках. «Маяк» в стройотрядовском движении уже давно укрепился как надежный и верный партнер. Бойцы «Мирного атома» из Сибири, Поволжья, Урала и других регионов приезжают сюда, чтобы прикоснуться к истории, чтобы сделать новую историю. Для меня в «Маяк» это в первую очередь незабываемое лето, которое мы проводим здесь дружным отрядом. «Маяк» это большой опыт для студентов, ну и место, где студенты могут развлечься и отдохнуть, и улыбаться потом всю жизнь. Для меня «Маяк» это светлое будущее и мирное небо над головой. Для дружбы границы всегда открыты, дружба станет крепче граница. Для нас это большая честь сюда приехать, потому что это самая серьезная студенческая стройка из всех. Работа здесь помогает в дальнейшем, будет помогать, потому что практический опыт тоже очень много влияет. Такое масштабное предприятие и здесь работать, ну это очень здорово. Уровень организации просто на высшем уровне, то есть, ну, все классно, все хорошо. На протяжении двух лет подряд «Маяк» получает звание лучшей принимающей организации для студенческих строительных отрядов атомной отрасли. Для предприятия это особая честь, и останавливаться на достигнутом на «Маяке» не намерены. Для первенца атомной промышленности сотрудничество со студенческой стройкой – это глоток свежего воздуха. Бойцы «Мирного атома» в трудовой семестр работают в каждом ключевом подразделении предприятия. Действительно, когда-то 20 человек был первый строительный отряд атомной отрасли, а теперь только здесь, на «Маяке», работает более 700 человек. Это армия, целая армия, стоящая здесь, целая ядерная дивизия, если так можно выразиться. Стройка на серьезном объекте всегда сопряжена с работой механизмов, объектов высотных, движением транспорта, движением в транспорте. Очень вас прошу, никогда не пренебрегайте самыми простыми, самыми минимальными требованиями безопасности. Мы стареем, а наши дети и внуки, по возрасту вы ими являетесь, они взрослеют. И сегодня вы, наши дети и внуки, здесь являетесь нашими полноценными партнерами. Наверное, больше радости для меня сегодня нет, чем то, что мы здесь сегодня с вами, что вы захотели к нам приехать и свои силы, устремления отдать Озерску «Маяку» и, наверное, отношениям, укреплению отношений друг с другом. Радостный строй гитар!